Так, ну чё, приехал я из соседней деревни. Фу, снимать не мог, за рулем дороги все расквасили. Сейчас приду, покажу вам коровок, уляток, овечек, собачек. Тут собачки бегают всякие. Скользко. Так, смотрим дворы. Кого ты? Снимаю на видео. Кого снимаю? Картину. Ты вот это, вот этого урода поснимай. Я тебе покажу его. Только он тебя если там не убьет с аппаратом своим. Так, коровка. О, вторая коровка, подожди, я кому уберу. О, туда они ходят на водопой. Вот там озеро. Озеро большое, затон. Ты вон туда во двор зайди, молотняк сними. Сюда чумыш впадает, поэтому он называется озеро Затон. Ну, сено. Сейчас посмотрим еще коровок. Идем в следующий двор. Усадебное хозяйство. Козы. Вот они у нас, рогатые козы. Какие у нас. Где у нас тут коровы? Телята. Телята, молодняк. Рога уже есть. Ну-ка. Дай поглажу. Укусишь? Не, не кусается. Они же травоядные. Испачкал мне пальцы. Какие коровки. Нифига. Зверь. Посмотрим, что там у нас есть. Так, что у нас? Тропинка с козы. Тоже травоядные, не кусаются. О. Такие рогатики. Идем смотреть еще. Бачка хвостом машет. Красота. Печки тут. А там люди живут на другой стороне. Там печи топят. О. Лес. Гора. О, на той горе стоял дом. Там ведьма жила. Давно-давно. Ну, еще одна коровка идет. Сережа, стой там, какая корова зайдет сюда. Ага. Вот такое хозяйство небольшое. Так, смотрим. Это Тимоха. Угу.
Еще есть? Туда, во втором отделении, еще один большой. Куда ты бежишь? Пускай, пускай идет, пускай. Да. Я здесь еще. Вот тут темно, не видать. Выпусти их сюда. Палку только убери. А вон это, на тряпку, одень тряпку. Вот смотрите, ну вот так вот, сейчас он сюда выйдет и... Он бодает меня. Не бодает. Иди сюда, сейчас он выходит. Оскарит, ебаный. Эй, Кочу, дай я оттуда выгоню, стой здесь. Пускай они сюда выйдут. Кучу мы. Погоди. Иди, 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 иди. Да не бойся. Твой брат. Не матерись. Кого ты боишься? Во. Иди. Иди. А, ты так, блядь, ты надо распускаться, ты тогда. Вот белый, здоровый, да? Ну, самый первый он по дородам, который отелился. У него шея большая. Ну, я его хочу оставить на это, Серега. На племя. Попробовать. Ну, дай бог. А это он отелился, 20-го, вот тут маленький, Тимоха. А это Маковский, тоже февральский. Три, да? Три, ага. Все, больше не будет никаких. А? Больше никто не отелится. Нет. Ну-ну. Ой, да-ба-да, дуди-габа-да, ай-да-дуди-да-да. Кто-то молодняк-то снял? Какой? Да. Покрытый который. Да. О. Ладно. Дальше идем. Там. Вот тут там лошади, коровы тоже пьют на водопое, деревья, а все река, то озеро. Тут что у нас? Красиво. Тихо, тихо. Петухи кричат, собаки лают. Наверное, камера всего не передает. Не слышно. Но я стою, мне хорошо слышно. Как где-то петухи кукарекают. Собаки лают. Красотища, что сказать. В городе все равно шумно, загазовано, здесь воздух чистый. Воздух чистый. Тихо, спокойно. Никто не шумит, никто не кричит. Машинные сигнализации не срабатывают. Соседи по батареям не стучат. Перфоратором стены не долбят. Экология, ребята. Все натурально. Экологически чистый продукт. Ладно. Сейчас еще маленечко поснимаю. И поеду в одну деревню, съезжу, покажу тоже, как там люди живут. Утром ездил, проехать не смог, пришлось запись остановить, так как дорог не было, вернулся. Ну, позвонил, сказали, что после обеда дороги были прочищены. Раз дорогу прочищены, значит, можно проехать.
Поэтому проедем, поснимаем. Думаю, засветло успею, так как солнце уже в закат пошло на горизонте. Ночью страшно, волки бегают. Ну. Ладно.